Вспыхнувший гироскутер едва не оставил семью из Миасса без жилья. Девайс загорелся, и пламя перекинулось на стены и пол. Гироскутер вспыхнул, когда дома был хозяин квартиры. Он сам потушил огонь до приезда сотрудников МЧС. Причиной ЧП стали недочеты в электросистеме прибора. Тем временем пользователи интернета говорят, такая техника нередко самовозгорается. Это съемка из подсобного помещения одной из компаний. Гироскутер сначала стал взрываться, а потом вспыхнул, словно спичка. Очевидцы бросились его тушить. Как правило, причиной возгорания становится замыкание проводки или проблема с аккумуляторами. Люди говорят, гироскутер может загореться в любой момент.